Господа, начинаем собрание Совета директоров. На повестке дня важнейшая проблема, которую необходимо решить сегодня, сейчас, не завтра, не через месяц. А потому давайте перейдем к делу. Прошу прощения. Да, я слушаю. Алло. Алло, Лапусик. Котенок, я сейчас не могу говорить, очень важное совещание. Давай попозже, хорошо? Лапусик, ну я опять встала. Бибика не хочет ехать. Стою здесь, как дура. Ну хорошо, котенок, скажи мне, ключик у тебя в зажигании? Что? Ну, там, у руля ключик я тебе показывал. А, да. Поворачивала его? Руль. Да нет, ключик в зажигании у руля поворачивала? Поворачивала. Не заводится бибика. Стою здесь, как дура. Ну, хорошо, может быть, бензин закончился? Что? Ну, это такая специальная водичка, ее в дырочку заливают. Дырочка в бибике, ну, я тебе показывал. А, водичку заливала. Я минералку покупала, ее и залила. Котенок, минералку? Ну да, газированную. Залила, а бибика не заводится. И теперь стою здесь. Как дура. Знаешь, котенок, я, кажется, все понял. Ты самое главное не волнуйся, хорошо? Ой, да какой там не волнуйся? Я вся в шоке. Хорошо, а где ты находишься? Ну, что значит где? Рядом с машиной. Ну, стою хорошо. Здесь. Как дура. Ну, это понятно. Скажи мне, а адрес-то какой? Чей адрес? Лапусик. Ну, где ты находишься? А, не знаю. Ну, а улица какая? Улица? Ну, такая. Обычная. Ничего особенного. Ну, а как она называется? Не знаю. Там домики рядом есть? Да. Тут их много. Вот, посмотри, там на домиках должно быть написано. Читай. Пельменная. Лапусик, я на пельменной. Стою здесь, как дура. Котенок, это не то. Посмотри еще. Кожа меха. Меха. Лапусик. Котенок, это тоже не то. Как это не то? Ты мне шубку когда обещал купить? Котенок, я тебе 2 месяца назад шубу подарил новую. Да? И что я теперь? В этой шубе всю жизнь должна ходить. Как дура. Ну хорошо, куплю я тебе шубу, куплю. Скажи мне, ты название улицы там нашла, нет? Название? Да. Ух ты! Ну? Лапусик! Кто? Не поверишь? Ну? Золото! Лапусик! Я золото нашла! Ну, поздравляю! Молодец! Теперь мы богаты! Так, знаешь что, котенок, давай, наверное, закрывай бибику и попробуй поймать тачку. Хорошо? Да я уже пробовала. Ну? Пробовала. Один остановился, спрашивает, сколько? Так. Ну, а я-то откуда знаю, сколько? Говорю, а сам-то... Как думаешь? Он мне 3000. Многовато. Давай за 1500. И знаешь, уже почти было договорилась, как вдруг подваливает ко мне какая-то кукла
и говорит, что это их место. А я такая смотрю, а у дороги еще таких, как я, человек 20 стоит. Представляешь, уехать не могут. Послушай меня, значит, сейчас садись в бибику, закрой все двери и жди меня. Через 20 минут буду. Ой, Лапусик, а как же твое совещание? Ну, совещание подождет. Господа, собрание совета директоров переносится на завтра. Прошу прощения, дела.